Мне нравятся пресс-конференции в нестоличных городах. Журналисты с такими глазами, такими задорными, я бы сказал. Хорошие вопросы задают. Это в Москве только одно спрашивают. Как вы к гей-параду относитесь? Каким-то такими трущобами меня везли. Я спрашиваю, это город или нет? Грязь, все это, пройти негде. И вдруг такая реклама, меха из Италии. Сегодня на меня обиделось государство. А с Родиной у меня отношения в порядке. Государство – это то, что всегда предает нашу Родину. Но уже изменилось хотя бы, что мне разрешили въезд в Саратов после наших тер. И кто-то из чиновничьего планктона решил попытаться помешать моим встречам с журналистом. Я знаю, кто. Он говорит, все, пресс-конференции не будет. В зале пресс-конференции прорвало трубы. Сначала мы подумали, что действительно трубы. Дай человеку деньги, и он станет цензором. Цензуры нет в России. Это вранье. Я столько лет выступаю. Мне ни разу никто не говорит. Это вы отличились в Саратове.